Нифигусеньки себе! Это чё, шестая? Может, ей утку дать? Она просто до этого так любила мистера утку. Нет, ее за руку тоже нельзя взять. Давай попробуем мистеру утку дать. Позвать? А, подожди, ладно, положи мистеру утку. Жуть какая. И что? А зачем мне это? А зачем мне молоток, простите? Ударить? Подожди, я положу молоток, да, может, не надо? Нет? Ну, не знаю, хрен с ним, будем долбить, просто здесь как бы ничего не сделаешь. Все время кажется, как будто можешь что-то другое сделать, потому что то, что делаешь, это как-то... О, господи. Неправильно. Неправильно! О, блин! Это реально шестая? Она превратилась в это? Вот ты и побегал, все. Как всегда, конечно, очень жесткие тайминги. Давай. Ох ты ж, блин! Оу! Фу! Она еще здесь... Прячемся! Звездец! Что с ней стало? Охренеть. А что же она превратилась-то? Ладно. Время снова вспомнить старого доброго Джуни. С моей фигурки. Да, это музыка из первой части. А что, не могу шапку надеть? Ну ладно. Когда твоя женщина слишком большая. Окей.
типичный мальчик. На миллион лет. Все это время я шел к шкатулке. А когда тебя так воспитал? Блять, в смысле, это вырастили ты когда ты? Ты на чем сидишь-то, ебать, такая здоровая? Тебя когда так вы-то серьезно, ты на чем? Дай мне маленько. Давай вместе с тобой будем выросли, ты чё? Дай послушаю, заебало. Ты чё, не помнишь, что ли, я тебе плащ нашел? Я просто шапку снял. Вот серьезно, да, прикол? Всю жизнь в шапке, а тут пришел без шапки, никто не узнает. Нажмите уж, чтобы позвать. А, иди сюда! Пошли! Пойдем, сломай нахуй дверь, я выйду отсюда. Пошли! Пойдем, пойдем, пойдем! Ты чё, не помнишь, что ли, это я? Пошли, пошли, пошли! Пойдем, пойдем, пойдем! А, все, окей, пришла, молодец. Чё, это я? Здорово! Слышишь, боже, это, еще раз так себе позволишь себе такое, я тебе выключу шкатулку нахуй. Да это я! Я это, как меня зовут-то? Я в пакете, который. Так, хорошо, он хочет разбить шкатулку, чтобы она раззомбировалась. Ясно. Извини, пожалуйста, но если ты будешь выебываться, я дам тебе по пальцам. Тебе не будет больно, но, блядь, ты поймешь, что так вот делать не надо просто. Тихо, 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 тихо. Я с добрыми, благими намерениями делаю это все. Ну, конечно, если эту музыку, блядь, слушать круглыми сутками, конечно, с ума сойдешь. Она же однотипная, она просто звонка однотипная, все. Пошли быстрей! Пойдем! Пойдем, 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 пойдем! Ты сейчас умрешь здесь! А! Я сейчас здесь умру, понял, ясно. Подожди, все, не ходи за мной. Не ходи, я пошутил, блядь. Ну ты что, ну ты чё, ну мы с тобой в одной этой жили, считай, выросли, блядь, в одной игре. Отстань нахуй. Где я? Так, прыгну. Такие резкие смены камеры, они не добры, я не понимаю, где я нахожусь. Тихо, тихо, блядь. Промахнулся. Все, спокойно. Я сломал этот иллюзорный мир. Разбил шкатулку, сломал мир, все. Молодец, блядь, Артём, будешь, спасибо. Ах ты... А, это девка, что ли? Ебать, Даша выросла. Здорово, это я. Ты меня помнишь? Ебать, жаден. И чё? На, медвежонка. На, медведи. Ебать, медведь поплыл. Что делать? Куда ее позвать? О, Дашуля. Да ты загибал, блядь, своей шарманкой санной.
блин, она что, реально нас будет убивать? За что, блин? Почему она стала огромной, я не понимаю. Ой! Это что за хуета, блядь? А, это девочка большая! Что сделать-то, блядь? Ой, блядь, извините, нахуй. Да я случайно, блядь. Ой, пиздец, блядь. Ай, блядь. А я не знаю, куда мне. Мне налево надо было? Или направо?